13-й трамвай вогнали в краску. Сибирские стрит-арт-художники новогодние изобразили героев русских сказок. Результат их творчества уже можно наблюдать на улицах Новосибирска. Маршрут у 13-го трамвая самый длинный в городе. И теперь не заметить яркий вагон просто невозможно. За созданием нового арт-объекта на колесах наблюдала Александра Медведенко. Вернем сибирский арт. Под этим лозунгом художники начинают воссоздавать рисунки, украшавшие стены пристройки у гостиницы «Центральная». Их закрасили в середине марта, и вот проект обретает новую жизнь. Рисунками украсят вагон легендарного трамвая номер 13. Есть, во-первых, момент такой, что он двигаться будет. И художники, естественно, учитывают этот факт, они прорабатывают эскиз, чтобы он был виден издалека, бросался в глаза и считывался достаточно быстро. Пожалуй, лучшего холста, чем вагон 13-го трамвая, для изображения героев русских сказок не найти. Этот маршрут известен даже за пределами Новосибирска. Мистический ореол 13-го теперь дополняют образы лешего, бабы-яги и птицы Гамаюн. Это две зеркальные птицы, получается, Сирин и Гамаюн. Сирин – птица счастья, а Гамаюн, он – это вещая птичка. Сначала хотела жар-птицу, потом посмотрела, почитала, и вроде Гамаюн как-то поинтереснее. Сказка у всех ассоциируется с положительными и с отрицательными персонажами. Но на данный момент я выбрала именно такой положительно-отрицательный, потому что в каких-то сказках она добрая, в каких-то сказках она злая. Референсы я брала с обычных бабушек, которые улыбаются, которые позитивны, чтобы отобразить какую-то доброту и мудрость, то есть больше, чем какой-то негатив. Художники стараются показать персонажей известных сказок в современной интерпретации. Для каждого на корпусе вагона нашли выгодное место. У трамвая очень интересный формат, он достаточно сложный, как видите, много окон, выемок, и мой друг просто не вмещался. Поэтому пришлось немножко подкорректировать под трамвай, и у меня будет теперь леший в профиль. Он на кого-то похож, скажи, пожалуйста, из знакомых или просто из... Это секрет. Вот это, все равно, конечно, есть какой-то собирательный образ своих друзей. Ну, посмотрим, узнает ли мой вдохновитель, узнает себя или нет на трамвае. Но знаменитая и всеми любимая стена с надписью «Я из Сибири» вернется в Новосибирск. Только теперь она будет на колесах. Так что ищите на всех улицах нашего города. Первый рейс уже состоялся. В самый час пик трамвай проехал по стандартному маршруту от Гусинобродского шоссе до Писарева. По поводу росписи других вагонов художники не загадывают. В ближайших планах восстановить граффити на прежнем месте у гостиницы «Центральная». Но создатели арт-трамвая уверены, 13-й – это только первая ласточка для Новосибирска. Александра Медведенко, Евгений Макаров, Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра!